сегодня утвердили схему территории границы, за которыми было закреплено КП «Побережье», что в свою очередь даст возможность их содержать, ну, скажем так, их содержание в надлежащем виде. Соответственно, на сегодняшний день разработано зонирование, то есть эти схемы территории будут разделены на пляжи, на зоны прогулочные и, соответственно, на те места, на которые можно назвать косогоры. Вот, соответственно, коммунальное предприятие давно не могло никак повлиять на арендаторов и, соответственно, не был достигнут компромисс с арендодателями, в связи с свою очередь было принято это решение, потому как есть необходимость на сегодняшний день содержания территории, чтобы было в надлежащем виде, так как Одесса на сегодняшний день, она является центром туризма и культуры всей Украины, потому как на сегодняшний день туристы все едут в Одессу и хотят видеть качественный и хороший сервис нашего города. Территория – это вся прибрежная зона, которая порядка 300 гектар, которая тянется от фонтана и заканчивается зоной Кай. Торговые точки вы не будете контролировать, да? Еще раз. Торговые точки на побережье. Торговые точки – это, к сожалению, не наше, скажем так, направление. Это отдел торговли, который непосредственно, с которыми мы взаимодействуем. И при ситуации, которая сейчас была закреплена схема, соответственно, как бы коммунальное предприятие должно непосредственно взаимодействовать с отделом торговли и заключать договора на уборку данной территории.